столичной бригаде ППС проходят курсы по повышению квалификации инспекторов профилактики. Обучение проводится по модели «Городской инспектор», согласно совместно принятому решению МВД, МЧС, Национальной гвардии, Генеральной прокуратуры и Верховного судейского совета от 10 апреля 2021 года об организации базовой профессиональной и углубленной подготовки инспекторов профилактики во исполнение постановления главы государства от 2 апреля 2021 года о дополнительных организационных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью. Новые методы организации работы правоохранительных органов, выявление и устранение причин преступности в каждом микрорайоне, семье и так далее, а также решение проблем в борьбе с преступностью на местах обсуждаются на курсах не только традиционными способами, но и с использованием современных информационных и коммуникационных технологий в форме бесед и дискуссий. Для организации и проведения качественных теоретических и практических занятий широко используются демонстрационные слайды, видеоролики, раздаточные материалы, современные интерактивные методы и примеры из жизни. В результате этих учебных курсов инспекторы по профилактике эффективно используют полученные ими современные знания и вносят свой вклад в преобразование вверенных им территорий в зону, свободную от преступности. Вместе с этим судебные процессы в судах столицы также перешли на онлайн-систему. Дабы узнать, как осуществляют свою деятельность онлайн-суды, наша съемочная группа посетила суд по уголовным делам Якосарайского района. Проведение судебных заседаний в онлайн-режиме имеет свои положительные качества. К примеру, граждане, проживающие на больших расстояниях, за городом, в других регионах, могут непосредственно участвовать в слушании, находясь в отделах внутренних дел по месту проживания. Это, в свою очередь, экономит время и затраты на поездку для граждан. Кроме того, граждане не собираются в зале суда, и этим онлайн-слушание помогает избежать еще и инфицирования коронавирусом. Я, как и мои коллеги, активно посещаю базовые профессиональные курсы по повышению квалификации согласно модели «Городской инспектор». Я считаю, что такие современные технологии необходимы и очень уместны в нашей работе. Стало меньше бумажной волокиты. Это экономит время. Не нужно вести и привозить подсудимых в суды. А также заключение суда мы получаем непосредственно на нашу базу в режиме онлайн.